за то, что чувствовал себя, ну, все время в корпорации, среди людей, которые ценят профессиональное достоинство, профессиональные стандарты и профессиональные, ну, принципы. Спасибо, конечно, огромное Татьяне Николаевне Москальковой, которая сделала очень много. Я понимаю, что она это делала, ну, точно в рамках концепции высшего политического руководства России. Спасибо огромное и этим людям, ну, потому что я не чувствовал себя одиноким. А вам спасибо. Спасибо. Сколько в Москве не было? Больше года и трех месяцев. Потому что годы и три месяца я, ну там чуть больше, чем годы и три месяца, я провел в трех следственных изоляторах. В Херсонском, Одесском, ну и Киевском. Это самое необходимое, да? Ну, я понимаю уже, что мне придется много говорить в ближайшее время, поэтому здесь два костюма на смену. Ну и вещи, да, самое необходимое. Пожитки, да. Поехали. Здорово.